Чего вам? Отпущение грехов. На исповедь завтра приходите, утром, перед службой. Да завтра я не доживу. Вот. Тут все мои сбережения. Кладите в кубышку под икону Николая Угодника. А вы разве христианин? Нет. Но я и не прячусь. И я не прячусь. Ну, давайте, кайтесь. В чем? Это ваше дело. Я могу покаяться за вас. Хотите? Глядит. Накройте ее черным платком. Боитесь? Нет. Она мне напоминает мою кроткую. Есть только в горящем сердце, в любви прожигающий камень. В каком аду вы можете найти такое горящее сердце? Вам нужен психиатр. Вы меня не понимаете. Вам надо ее отпить. Немедленно. Слышите? Иначе она сгорит в аду вместе со мной. Я прошу вас, прошу вас, прошу вас. Скорее. Светает уже. Пойдемте. Как звали усопшую? Ее звали Кроткая. Такого имени нет в святцах. Да что есть в ваших святцах? Разве вы можете воскресить мертвых, насытить алчущих и исцелить прокаженных? Это может только Бог. Да ладно. Вы ж первый к Богу и не пустите. Скажете, времени нет. Вы ж можете только малярничать, строить и совершать поездки по святым местам. Прекратите юродствовать над усопшей. Она не усопшая. Она убитая. Кто ее убил? Ее убил я. Моих рук дело. Не верите? А вы ее спросите. Она вам ответит. Спросите ее, кто тебя убил. Подойдите поближе. Подойдите, я сказал. А ну спроси ее, кто убил тебя? Говори, кто тебя убил? Из гроба не в рот. Скажи. Кто тебя убил?
Спейс. Точно я. Вы и убились. Я убил ее, слышали? Нет. Я ничего не слышал. Врёшь. Она мертва. Врешь. Убитые не могут быть мертвыми. А я сделаю ее живой. Вот здесь я творю свои великие дела. И заметьте, под самой благородной вывеской. Помощь неимущим и сирым. Что может быть благороднее ростовщика? Так вы меняла. Как это я сразу не понял, что вы меняла? Менялый был и апостол. Тихо. Сделайте вид, что вас здесь нет. Сейчас. Сейчас вы все узнаете. Мне бы вещи заложить. Вещи вы принимаете? Что еще? Еще что-то есть? Заячья. Ну, чтобы под ягодицы подкладывать, когда холода. А почему вы не обратились к Мозеру? Он такое принимает, а я нет. Ногти у нее были не подстриженные, обкусанные, как у детей, которые слушают неинтересный урок. Это дурная привычка, плохое воспитание. Сейчас вы увидите, что я делал дальше.
про Мозера я сказал специально, чтобы позлить. Чувствую, что она была у него, и он у нее ничего не взял. Так же, как и я. И вещи не взял. Зря. Не перебивайте. Это 1,5 рубля. Возьмите. Купите себе хлеб или конфет. Мерси. Каково? Ну, вроде бы благородно. Мне было важно знать, на что именно она была готова. И оказалось на все. Но я не пошел к ней. Я стал ждать, когда она сама придет ко мне и положит свою жалкую жизнь к моим ногам. Но до этого мне нужно было встретиться с моим компаньоном, чтобы обсудить кое-какие мелочи. Вот этот упырь нам и нужен. Это он продал Христа, а не Иуда. В Евангелии вовсе не так. Есть и другое Евангелие, которое вы не читали. Мозер Николай Генрихович. Это он был с Христом в Гефсиманском саду, а потом навел стражу. Да Бог с вами. Стрит. Мне жаль. У меня к вам дело. Точнее, просьба. Должно быть, к вам приходила одна молодая особа. Не такая уж молодая. Впрочем, продолжайте. Предлагала тусклый камей, янтарный мундштук и... Уж не о заячьи ли коцовейке идет речь. Значит, все-таки была. Сделайте милость. Не принимайте у нее вещи. Для меня это очень важно. Я сам решаю, у кого брать, у кого не брать. Благодарю вас. Я всегда знал, что вы человек
отпетой порядочности. Деньги к деньгам, господа, да-с. Немедленно пойдемте. Здесь много моих врагов. У вас кругом одни враги. Ах, ах, глазки-то как забегали. Не желаете ли метнуть, святой отец? Вовсе нет. Шампанское? Пуля. Кто-то застрелился. Господи, это сущий ад. Это только чистилище. Ад начнется тогда, когда она придет ко мне во второй раз. Я вот что. Я вас прошу не ходить к этому меняли. Это дурной человек. Остерегитесь. Вы лучше давайте объявление. Ищите работу. А к нему не ходите. Слышите? Я прошу вас. Я вас прошу. А я сегодня не принимаю. Приходите завтра. Хотя, думаю, завтра тоже невозможно. Лучше на неделе. А впрочем, прошу. Согласны, что она попалась? Это была ее последняя вещь, которую она могла еще заложить. Ну а дальше только себя. Показывайте, что у вас там завернуто. Святых, знаете ли, не беру. Какой в них прок? Если только серебряный оклад, да его придется выдирать вместе с гвоздями. Лик может повредиться. Треснуть. У меня такое бывало. Ну, как хотите. Мое дело предупредить. Похоже на кощунство. Да. А не кощунство разглагольствовать о вечной жизни и воскрешении истлевших костей. Черт бы вас побрал. Принесите воду. Графин в спальне.
Я не могу описать то, что испытал в ту минуту. Глубокую, незнакомую мне жалость. Хорошо. Я возьму у вас икону целиком. Замолчите. Почему вы все время говорите «мерси»? Вам плюнут в лицо, распнут, а вы все «мерси, мерси». Вы человек, а не кукла. Мерси. Не желаю это слушать. Вон отсюда. Вон. Уходите. Убирайтесь. Идите к Мозеру. Мерси. К Мозеру! Натура. Рубенс. Вы, наверное, в музей ходите, чтобы только на женскую натуру глядеть. Я в музей вообще не хожу. Ну, привет, ядрен Матрена, а? Ножки-то кривые, щечки налитые. Походка важная, продажная. Не Матрена, а Лукери. Так. А, чего вам, барин? А мне бареньку повидать. Так у меня их две. А ту, которая помоложе? Так они обе молоденькие, на шестом десятке. А как? Значит, в самом соку. Кто такие? Дочки штабс-капитана Нелидова, незамужние. Че так? А не случилось. Курочки нетоптанные. Ты, что ли, их потоптать хочешь, барин? Да, боюсь, ножки устанут. Ну, а есть ли кто помягче? Есть. Да не про вашу честь. Все, что ли? Ну-ка, попрыгай. Вот, теперь ты как копилка звенишь. Добрый барин, хороший. Возьми меня к себе в услужение. А то эти курицы мне ничего не платят. Каждым куском попрекают. Вот про барыньку молодую расскажешь, тогда я возьму. А что тут рассказывать? Сирота. Мать и отец представились в один год, а тетки взяли в услужение. Только теперь, кажется, все. Продают. Большая цена? А про то не сказывают. Только этот много не даст. Жадный. Кто такой? Мясник из здешней лавки. У него серьезные намерения или так поиграться? Самое что ни на есть. Только страшно и больно. Я бы не пошла. Опоздали? Он берет ее в качестве вырезки. Или как вы думаете?
Мне трудно судить, я не ем мясо. Вы не волнуйтесь. Сватовство не состоится. Господи, прости. Бежим! Сюда. Дети-то есть у вас? Двое. Мальчик и девочка. О как. Ну да. У нас, у священников, это быстро. Леденцы, угощайтесь. Благодарю. А вы? А я из военных. Случайные женщины, вони холод казармы. Вышли в отставку? Пришлось. Причины? Никогда не спрашивайте меня об этом. Как знаете, вы же исповедуетесь, не я. Заткнись. Холодно. Ненавижу Неву. Сейчас вы увидите, как все это произошло. С чего начался мой персональный ад. Пошли. Конфеты. Филарета, пусть приберется здесь. А это я сделал. Баренька, были бы же ваши родители, они бы заступились за вас. Вот Лукерия, спасительница ваша. Спасибо. Подбеги, играй, а то тетушка ругаться будет. Пойдем вместе поиграем. Барыня, там господин какой-то просит. Так, брысь отсюда. Аннушка. Ну, быстрее пошли. Гости. Какие еще гости? Ой, че плетешь? Господин какой-то племянницу вашу сватает. Опять мясник? Хуже. Честный человек. Сколько лет-то? На вид лет 40. Ну, с этого точно сдерем. Уж, конечно. Зови. Иди сюда. Опа. Я слышал, что вы сказали. Ти-ти-ти-ти. Я совсем не честен. Ростовщик, процентщик. Тут недавно одну старуху порешили, процентщицу. Говорят, что какой-то студент-прогрессист разрешил философский вопрос. Топором. А вы не студент? Я из военных. Где ж воевали? Да где прикажут. В казарме, в доме терпимости, на балах. Кто ж победил? Да никто. Я вывесил белый флаг. Лукерья, зови госпожу. Вот, госпожа. Встань на стул. Подними платье. Выше.
Теперь опусти. Спускайся. Хорошо. Теперь вы видите? Она выполнит все, что вы ей прикажете. Иди прочь. И сколько вы предложите за этот клад? 15 рублей. Ассигнациями. Слышала, Дусь, 15 рублей ассигнациями. Да меньше, чем за 25 мы ее не отдадим. Тут и думать нечего. Она нам и самим сгодится. Вот вам 20 рублей. О, хотя бы рублик добавил. Пошли отсюда. Останавливай. А вы разве здесь живете? До моей квартиры еще 2 квартала. Я нанял экипаж только до половины пути. Сказать почему? Нет, не надо. А я все-таки скажу. Лишние траты непозволительны. Разве у нас нет ног, чтобы самим дойти? Да-да, конечно. Я не особенно талантлив и не особенно умен. Вообще, я дешевый эгоист. Сыты будете и только. Да. Наряды, балы и театры не обещаю. Разве что впоследствии. Я люблю аккуратность и рачительность. Экономия – мой принцип. Да. А папенька кормил меня мороженым по большим праздникам. Они с маменькой сами его делали.
папенька, маменька. Ну да. А что здесь такого? Я существо без родителей. На что они мне? Мы рождаемся в бессознательности, а умираем в одиночестве. Родители ничем не могут нам помочь. Ну и погодка на улице. О чем говорите? Об экономии и рачительности. Это в первый брачный день? Вы ужасно скучный тип. Она совершенно была лишена чувства юмора. Я понял это с первых ее слов. При чем здесь юмор? Вы что, не видите, что она горденькая? И хорошо, я люблю горденьких. Ну ладно, хватит. Вам надо помыться, вы совсем продрогли. Мерси. Полотенце это от спальни. Я вот о чем. О прелюбодеянии. Я, кажется, жалею, что взял ее в жены. Ей слишком рано, а мне уже слишком поздно. Раньше надо было думать. Скажите, а можно не спать с женой? Вы сладострастие в себе разжигаете. Отчасти. Хотя не только это. Если брак освящен церковью, то сладострастие становится супружеской обязанностью. Скука. Я ничего не делаю по обязанности. Только деньги. Больно? А здесь еще больнее. Муж мой, миленький. Я вам буду хорошей женой. Буду делать все, что прикажете. Я вас люблю. Вам все очень легко дается. Падает с неба, и вы принимаете это как должное. Ваше напускное расположение ко мне гроша ломаного не стоит. А я это не люблю. Слышите, я это очень не люблю. И презирать себя не позволю. Это вы к чему?
сам не знаю. Если вы не знаете, то что же мне думать? А вы не думайте. Тогда и я думать не буду. Разве у вас есть за что презирать? Есть за что? Я не понимаю. Вы освободили меня от теток. Накормили конфетами. Дали пристанище. Вот. Мне не за что вас презирать. Смотрите. Сюда смотрите. Немного грязные. Вы, наверное, руки не мыли. Это от денег, которые я держу каждый день. Можно попробовать дегтярным мылом, оно... Да к черту ваше дегтярное мыло! Эта грязь не смывается. Запомните, если поверите тем слухам, которые крутятся вокруг меня, я вас жестоко накажу. И вы навсегда пожалеете, что пришли ко мне тогда с вашей дурацкой заячьей косовейкой. Вы что, даже не раздевались? И не буду. Это как понимать? А вы считаете, что я ввел ее в дом, чтобы творить разврат? Высший разврат – лежать в постели одетым. Не думаю. Жена не имеет права отказать мужу, которого не любит. А я этого не хочу. Почем вы знаете, что она вас не любит? А за что меня любить? Я не такой, как все. Я ей не ровня. Что она могла понять из моих страданий? Это прелесть. Это кроткое. Это небо. Тиран души моей и мучитель. Вы думаете, я не любил ее? Любил. Но хотел дать понять самой. Суров. Горд. Но справедлив. Давайте. Идите за мной. Прошу вас. Встаньте. Сядьте. Вот теперь это ваше место. Вы будете принимать товар за каждую вещь не более 20% от ее реальной стоимости. Мне нужно скопить 30 тысяч за 2-3 года, чтобы послать этот город к черту. Мы уедем к морю. Мы будем тратить деньги.
Мы выберемся из этого ада вместе. Слышите? Только вместе. Навсегда. Я буду вас любить. Не смейте говорить о любви. Вы о ней ничего не знаете. Я буду давать вам рубль в день, а вы будете советоваться со мной по поводу цены. Вам будет трудно. Вы слишком добренькая и можете погубить дело. Проснитесь. Я все понял. Она может меня разорить. Проснитесь немедленно. Я поменял свое решение. Я спать хочу. Мы идем к Лукерье. Только без меня. Я поставлю ей мышеловку. Старухи до вечера уехали, нету их. Они мне не нужны. Спустись, дело есть. Смотрю, у тебя все хорошо. Совсем жизни нет, барин. Да? Куда это подевалась-то, жизнь твоя? Старухи сперли. Ну? Как вы им 20 рублей дали, так совсем жить я не стала. Правильно. Они теперь богаты. Щедр тот, кто беден. Ко мне еще хочешь? А как же? По барынке скучаю, мочи нет. Да, угостись. Чтобы у меня оказаться, ты сначала должна пройти испытание. На все согласна. Ты ладно, это свое все при себе оставь. А мне сделаешь мышеловку принца датского. Не пойму, о чем говорить. Гамлет, ты читала? На, старух накормишь. Войдите. Лукерья, душа моя. Как матушки? Здоровы? Да что с ними сделается? А вы, я гляжу, счастливая барынька. Все сложилось как нельзя лучше. Как он? Строг. Хуже отца. Бьет, значит? Нет пока. Значит, не отец, а посторонний. А я к вам по делу, барынька. Дедов, последний отдаю. Это очень дорогой перстень. Вы лучше к Мозеру идите. Он больше даст, чем мы. Так он не принимает сегодня, а мне срочно надо.
5 рублей. Больше не дам. Это же Лукерья, моя служанка. Больше не дам. Десять рублей. Можно даже и 15. Спасибо. Сколько она тебе дала? 5 рублей, барин. Как вы и предупредили. 5 рублей, барин. Ты ничего не путаешь? Так и есть. Ровно 5. Поклянись Богородицей. Входите, не заперто. Мне бы портсигар заложить. Можно. Это настоящее серебро. Вещь серьезная. Мое почтение. Могли бы протереть солью или песком. Металл окислился. А я не догадался. А надо бы. Вещь не имеет товарного вида. Я могу попробовать оттереть. Замолчите. Такое не принимаем. Куда ж мне теперь? Мне без денег никак нельзя. Есть нечего. Жена чахоточная. Дочка Лизонька умирает от голода. По желтому билету на панели. На. Возьми все тут много, накорми кого хочешь. Как же это? Зачем? А портсигар? Ступай. Иди, я сказал. Ты много благодарен. Иди, помяни меня в церкви. Иди, я тут сейчас все отберу. Ha ha ha!
когда вы перестанете чудить? Сколько можно? Я же вам сказал, это будет история убийства. Вы не спите. Что с вами? Пожалуйста. Пожалуйста, простите меня. Любите меня. Пожалуйста, любите. Я вас очень об этом прошу. Пожалуйста. Вставайте. Вы все время спите. Я хочу вам рассказать о страшной тайне постели. Не надо. А я все-таки попробую. Нет ни одной книги, ни одного синематографа, которые бы смогли раскрыть эту тайну. То, что происходит наедине между мужчиной и женщиной, равно только открытию Колумба или Коперника. Если бы я был писателем, написал бы роман, герои которого на первой странице ложились бы в постель, а на последней вставали. А в середине что было бы? В середине мысли, переживания, чувства. Ну и, конечно, действия, которые совершают любовники. Я уже и уши заткнул. Большой роман, страниц на 600. Только постель и чувства. Никто не додумался написать. Дураки писатели. Thank you.
А это для чего? От диких зверей. Ну и где они? А про людей вы забыли? Ты считаешь, что эта клетка может защитить зверей от людей? А, когда сидишь в ней, то неизвестно, кто находится в клетке. Люди думают, что звери, а зверям кажется, что люди. Да ты, братец, софист. Потому что я старший помощник укротителя. Ага. Вот звери поизвелись, так и клетка стала никому не нужна. Врешь. Зверей не кормили и сами их съели. Разве не так? И кому теперь нужна эта рухлядь? Всем. Клетка – самый необходимый инструмент в быту. В нее можно посадить отца или мать, а еще использовать как шерму. Это как же? А повесить сверху материю. И шерма готова. А? Вот что вы наделали. У нее лихорадка с температурой и кашлем. Нужно вызвать врача. Я это сделал на следующее утро. Врач сказал, что опасность для жизни велика. И дальше? Дальше я пошел на Волково кладбище, чтобы договориться о могиле. Она же живая. В наше время очень трудно похоронить человека. И более затратно, чем, например, снять для него комнату или квартиру. Квартира, она же на время, а могила навсегда. Могила нужна? Тело большое или маленькое? На двоих.
В одной могиле? Вместе со мной. А крест какой? Мраморный, деревянный? Без креста. Камень со словами. Будут стихи. Не спеши, прохожий. Присядь у клёна. Ты ведь в пути, а мы уже дома. Автор? Пушкин. А без Пушкина? А без Пушкина будет дороже. А ну, верни деньги. Вот она, новая жизнь.
хочу уехать с вами за границу. Навсегда. Сказать вам. Я был неправ перед вами. С близкими людьми так не поступают. Простите меня, если сможете. Встаньте. Встаньте, у нас грязно. Конечно. Конечно. Вы ни в чем не виноваты. Это я. Вам не в чем себя винить. Я преступница, что слушала всякие сплетни. Помните. Я уже давно все забыл. Я не могу так. У меня вот тут сердце. У меня здесь зверь. Так, надо сказать Лукере, чтобы она протерла пол. Не надо. Не надо, я сама. Здесь закладные записки и вещи. Сохраните их у себя, пока я буду за границей. Я давно хотел у вас спросить. Вы мудрый человек. Объясните, что такое женщина? Старая или молодая?
Любая? Старая – это не женщина. Молодая – тем более. Это ошибка природы. Опечатка в книге жизни. А мужчины? Мужчина еще хуже. Что же, вы даже мужчин не любите? Я не люблю людей, в принципе. А кто же есть-то, кроме них? Есть. Есть. Есть мы, финансисты. Тогда... Хорошо, тогда я еще спрошу. У вас всегда хорошо шли дела. Когда я выигрывал копейку, вы получали рубль. Скажите, в чем причина такого счастья? Мне ли вы это говорите, а? Я только вчера стрелялся из-за денег. С кем? С собой. Но вы даже не ранены. Да. Представляете? Пистолет. Дал осечку 3 раза кряду. Это знак Божий. Я тоже так вначале подумал. А потом вспомнил, что забыл пистолет зарядить. Я же говорил, вам везет. А причина? Психология денег. Вы никогда не обращали внимания, что у денег, особенно больших, существует своя кричащая психология? Мне это приходило в голову. Есть 2 психологических закона денег. Закон 1. Деньги не любят, когда их предают. Закон 2, вытекающий из 1. Деньги очень ревнивы. Они мстят своему обидчику до последних дней оного. Как говорили древние, если любите деньги, любите их. Не позволяйте никакому человечке встать между вами. Еще о людях можно спросить? Нет. А я все-таки осмелюсь. Скажите, как сделать, чтобы человек полюбил тебя? Просто любите деньги, и люди сами будут липнуть к вам, как мухи. Они кричат. Души, загубленные вами. Но там одни бумаги. Нет. Нет. Я слышу крик ребенка. Мне кажется, что это девочка. Thank you.
моя жена? Я спрашиваю, где моя жена? Ушла только что. Куда ушла? Топиться. Это вы во всем виноваты. Вы! О чем вы говорите? Она меня даже не видит и не слышит. Тогда катитесь к черту отсюда. Не могу. Вы же меня сами позвали. Вам надо лечиться. Поздно. И забыл сказать. Все свои деньги я решил раздать бедным. Вы здесь? Почему? Вы же сами сказали, что нету денег. Что надо скопить. Отложить по рублю в день и с него еще отложить. Я хочу вам помочь, я не буду вам в тягости. Нарочно. Уничтожить меня хочешь? Ты ведьма! А вы благородный. Очень благородный. Всем достались ваши денежки, кроме меня. А знаете, что те нищие с ними сделают? Пропьют. А потом еще убьют друг друга за вашу же копеечку. Замолчи. Ha!
вместе с вами. Вы слышите меня? В Италию, в Африку, на святую землю. Я не могу больше оставаться в Петербурге. Эти люди, они отвергли меня. Они прогнали меня из своего общества. Я открыл эту жалкую кассу, чтобы накопить 30 тысяч. Чтобы кончить свою жизнь у моря. Вы... Почему так долго? Куда вы ходили? В преисподнюю. Я вас не понимаю. Ладно. Оставьте меня одного. Я схожу с ума. Я не могу припомнить ни одной молитвы. А Отче наш? Иже еси на небесех. Да светится имя Твое. Да придет царствие Твое. Вот. Я нашла вам про любовь. Кто любит ближнего своего, уже исполняет закон. Кто сказал такую чушь? Апостол Павел. И никак не разъяснил. Никак. Кто любит ближнего своего? Уже исполняет закон.